Всех приветствую, всем приятного просмотра. Сегодня поиграем с вами в игру Земля Викингов. Поиграл я в нее немножко, где-то полчасика игрушка, но мне лично зашла. Не знаю как вам, но мне показалось она интересной. Единственное, что меня тут напрягло, давайте мы, наверное, пока на паузу поставим. Единственное, что напрягло, это дороги. Чтобы вы понимали, я не могу их провести именно ровно столько, сколько я хочу. Дороги у нас платные. И если, к примеру, я здесь начну сейчас строиться, а вот эти вот здания перенести я не могу, то у меня получится неровно здесь все. И это немножечко не может не напрягать. Эти здания у нас дефолтные, их перенести я тоже не могу. Так что давайте, наверное, сразу мы как-то попробуем ровно это все сделать, чтобы плюс-минус ровно это все было. Потратим немножко серебра, выведем дороги сюда. И здесь тоже выведем по прямой. А потом какую-то сделаем тут декорацию для них. Что-то наподобие освещения. Или другие. Тут есть у нас, где тут у нас декорации есть. Постройки. Вот декорации. Есть мосты. Есть стойки, дальше есть щиты. И каждая твоя такая декорация дает плюс к чему-то. К примеру, вот здесь где-то есть плюс к складу. Если у вас склад построен, вот ящик добавляешь, и будет плюс 5. Так, давайте дальше проведем дорогу. Вот. Вот так вот. Во. Вроде ровненько, вроде отлично. Сюда мы назначаем рабочих. Так, таланты. Какие нужны таланты? Это сила. Давай 2,5. И что у нас остается? 1,8. Да, давай вот так. Включаем. Берем. Вырубаем сразу деревья и камни. Эти убираем здесь. Они мне здесь не нужны будут. Так, что здесь? Статус закрыто-открыто. Есть, отлично. Вот эти деревья вырубаем. Они у нас быстро будут расти. Они нам здесь не нужны, так что пусть этим всем занимаются. И плюс заодно камушки тоже пусть добывает нам. Так, дальше давайте посмотрим. У нас есть древо жизни, древо исследования. Здесь мы можем с вами получать новые постройки, такие как поля. И плюс еще жители работают на 1% быстрее. Но к этому мы еще вернемся. Пока мы это трогать мы не будем. Пусть они занимаются своими делами. Давайте посмотрим, что у нас в постройках тут есть. И, наверное... Где наша дорога? Давай дорогу нашу проведем вот в эту сторону. Вот здесь у нас... Здесь будет рыболовская хижина. Здесь будет рыбку у нас они с вами ловить. Так... Склады. Давай смотреть. Склад дерева, склад камня, рынок, склад. На рынке у нас люди будут добывать с вами еду вот здесь. Хижина собирателя, к примеру, 100%, да? Они здесь будут получать, переносить на рынок, и мы будем зарабатывать на этом серебро. Так как некоторые постройки у нас требуют именно вложений денег. Еда. Давай, наверное, хижину собирателей. Мы с тобой установим. Не знаю, хочу, чтобы сотка была и ровненько все было. Давай, наверное, вот как-то, да? Вот тут у нас будут продукты. Дальше у нас с вами будет еда. Охотничья изба. Сотка, да? Угу. Давай, наверное, вот сюда мы пойдем с вами. Либо как-то так ближе к дороге потом. Да, давай, наверное, вот сюда. Они этим будут заниматься. Тогда мы сразу с вами ставим сюда рынок. Где наш рынок? Чтобы я сразу понимал, как у нас она будет выглядеть. Тогда рынок мы вот сюда. Правильно? Давай перевернем, что-то мешает. Хорошо. Чтобы было все ровненько. Да, рынок есть. Дальше. Хранилище травника. И то склад. Мне нужен склад.
Во, и склад сюда поставим сейчас с вами. А как ты будешь? Ага, вот иди. И все равно оно неровно, и оно меня муляет, если честно. Нужно будет тогда здесь провести еще дорогу. Вот так вот, наверное, да? Я же смогу это сделать? Да, смогу. Тут бы, наверное, будем в этой стороне с вами строить поля, выращивать курей и коров. А здесь, наверное, у нас будет с вами просто жилые дома. Не знаю. Может, в эту сторону жилые дома у нас пойдут. Сейчас посмотрим. Давайте, наверное, мы немножечко ускоримся. Сделаем приоритет. Да. Вот это вот все делаем приоритет. И смотрим, что здесь у нас. Ага. Это еще пока месяц они не делают. Так. Сколько у меня? 69 монеток есть. Давай попробуем, наверное, все-таки провести вот так дорогу. Наверное, все-таки больше да, чем нет. Да, давай вот так вот. Блин, и опять криво-косенько, да, у нас все. Угу. Здесь, наверное, у нас будет поля с вами. И нужно будет посмотреть по поводу обычных лачуг. Лачуга, лачуга, хижина. Дом для проживания одной семьи. Ага, хижина травника. Сюда за помощью приходят больные жители. О, давай, наверное, хижину травника мы поставим с вами вот сюда, куда-нибудь, да? Чтобы наши люди поближе ходили. Да, давай сюда. Дальше мне нужен склад дерева, склад камня. Склад у нас будет здесь, чтобы полностью занять всю площадь. Склад дерева, да. Склад камня тоже, да. Ты ж влезешь? Влезешь, куда ты денешься, правильно? Отлично, теперь мне нужен колодец. Колодец, колодец. Так как у нас здесь будут дома, здесь тоже у нас есть дома. Давай, наверное, колодец мы поближе вот сюда куда-нибудь один поставим. А потом еще один сделаем. О, все, пусть здесь будет колодец. Давай смотреть, хижина травника есть. Склад я построил, построил. Колодец, хижина собирателей, это тоже есть. Так, изготовление. Дом столяра. Дровяной сарай. Часть дерева идет на дрова. Дровяной сарай. Что мы в сарайчике там делаем? Дровяной сарай. Пока мне, честно, даже без понятия, что они там в дровяном сарае будут делать. Так, что у меня по поводу монеток? Серебро есть, да? Может, по поводу украшений посмотрим. Кто это такой? Факел. Давай, наверное, мы сюда сделаем вот так вот. Это будет у нас освещение для наших жителей. Блин, а что я не смогу уместить поближе так как-то? О, смотри. Да, вроде отлично. Давай, наверное, возле каждого дома поставим. Чтобы у нас с вами было освещение есть. И давай вот сюда. Отлично. Здесь у нас собиратели и охотники еще пока месь не занимаются, да? Еще не строят. Тогда давай здесь тоже вырубать. Благо, здесь деревья растут быстро. Вот видите, что здесь вырубали, и все начинает опять расти. Так, мне нужно, чтобы вы здесь приоритет, да. Чтобы вы этим всем занимались. А почему вы не занимаетесь? Наверное, потому что, да? Угу, вы камень добыли, хорошо. Давай, ребятушки. 6. А здесь у нас сколько? Не понял. Мне же нужна хижина строителя или кого? Да не, вроде не надо. Вроде такого нету. Море, военное дело, постройки, изготовление.
Донстоллеры. Так, из дерева необходимо для строительства большей части зданий. Донстоллера. Дровяной сарай. Блин, не влезет, да? Ну, может, дровяной сарай сюда поставим как-то? Что-то наподобие вот этого вот. Как думаете, да. А сюда дом столяра, да, туда? Ага, ля, какой ты большой. Не, да-да, давай мы тебя уберем. Как тут снести? Вот так вот снести. И вот эту вот часть тоже снести. Отлично. Тогда здесь у нас будет с вами не то. Дом столяра будет у нас здесь. Опять же, чтоб по максимуму занять все пространство с вами. Божечки, какие вы громкие. Так, и дай мне туда сарай. Вот сюда ты же должен влезть, правильно? Нет, не должен. Хорошо. Тогда давай сарайчик мы сюда поставим. Потом, если что, снесем, перенесем, посмотрим. Я не могу понять, почему они не начинают... А, строителей нету, да? Понял. Вот из-за чего. Давай 4 человека назначим. Все, у меня просто не было строителей. Окей, а я думаю, почему оно не идет? Все, теперь должно пойти. Да. Есть, пошло. Давайте, наверное, займемся с вами древом. Давайте, наверное, сразу сделаем себе поле, амбар. Изучить, да? Дальше, что у нас тут? Камень, шахта. Не, по камень строить, наверное, не будем. Улучшим. Житель работает на 1% быстрее, да. Житель работает на 2% быстрее, да. Вот, все. Пусть житель будет работать немножечко быстрее. Сейчас они мне построят рынок, и на рынке как раз у меня начнет капать денежка. Так, мы тоже это все сносим, срубаем. Дерева нам нужно будет много. Так, ты кто? Угу. Срубленные деревья вырастут снова, если не построите там здание. Так, и что мне нужно? Ага. Поселение прибывают чужаки. Так, поселение прибывают чужаки. На их родную деревню напали мародеры. Но нескольким семьям, включая детей, удалось сбежать. Вступить в поселение, да? Давай пусть вступает в поселение. Тогда что им нужно? Им нужна лачуга, да? Обычная. Значит, лачугу мы с вами будем строить где-то вот здесь, наверное. Давай, одна лачуга. Вторая и третья, да? Штучки три, наверное, построим им для начала. А там будем посмотреть. Блин, опять оно все как-то неровно. Вот все хорошо, но я люблю, знаете, как чтобы оно было как в Тетрисе. Чтоб пиксель к пикселю. О, ну, как-то так, наверное, пусть будет. Так, что у нас тут на рынке? Назначим, кто тебе нужен? Скорость. Скорость, скорость. Что мне по поводу скорости? Давай тебя назначим и... Назначим тебя. Есть, отлично, все, работает, да? Припасы все. Все, есть. Угу, но припасов у нас пока мест нету. Так, в амбаре тоже мне нужна скорость. Хорошо, давай тебя назначим, пока мест одного человека. Теперь мне нужно, чтобы вы ускорились, начали добывать мне еду. Приоритет сюда. И... Приоритет вот сюда. Как раз после этого они будут нести все на рынок. И мы будем зарабатывать денежку. Так, мы же с вами открыли этот, получается, поле. Можем с вами сажать. Так, работники. Что нужно? Мозги. Есть ли у нас тут умные? 2, 1,9. Да, давай 2. Так, проблемы с заселением из-за новоприбывших в поселении творится кавардак. Ага. Так, прогнать чужаков с нашей земли, прогнать чужаков, пообещать новые дома, пообещать новые дома. Все, пообещаем новые дома. Отлично. Значит, нужно будет еще лачуг построить. Пару штучек, да?
чтобы они сюда заселялись. Давай, наверное, вот так вот. Тоже сильно много не хочется строить. Просто не уверен, что мы со всеми ними справимся. Так, ну этого должно хватить. Я что-то хотел. Ага, я хотел, наверное, дорогу до сюда провести. Комиссия не забыл, хотел провести. А что мешает? Что-то мешает. Понял, деревце мешает маленькое. Тогда дорогу будем проводить с вами отсюда. Если мы ровно выставили, тогда будем дорогу вот так проводить сюда. И делать вот сюда. Сейчас только дождемся, пока миссия построится. Есть собиратели, отлично. Отлично, отлично. Да, давай тебя и... Скорость и тебя давай назначим. Все. Заменять работников. Автоназначение. Так, открыть эту возможность можно в древе жизни. Ага. Прикольно. Что нужно? Что нужно? Так, счастье жителей повышено на 1%. Хорошо. А где мы можем с вами назначать? Просто я понимаю, что если с моими рабочими что-то случится, и они куда-то денутся, то работать им будет негде. Ну, то есть они отсюда идут и все. И если я не назначу людей, то никто у меня там работать и не будет. Так, вроде прямо, но что-то типа того. Я жру, здесь какие-то... Кривые дороги. Не нравится мне такое. Все, отстань. Вот так вот. Есть и... Хватает? Хватает, да. Отлично. Давай назначаем сюда сильных рабочих. 2,5. 2,4. Все, шикарно. Теперь занимайтесь своими домами. Дом, дом, дом. Милый дом. Все, шикарно. Да, они сейчас пока мест недовольные. Ага, они рыбы хотят, да? Голодают. Они пока мест недовольны. Почему? Только выбранные. Все. Все собирают. А, у нас просто пока мест еще нету еды. Потому что они не начали, да, собирать. О, есть потихонечку. Продуктивность сотка. Продуктивность тоже сотка. Сейчас они начнут собирать еду. Давай деревья тут тоже срубать. Ну так, чтобы им было чем заниматься. Все, серебро пошло. Потихонечку денежка капает. Отлично. Задача не выполнена, новые дома. Ну, я ж не виноват, что вы так долго это все делаете. Давай, уровень счастья. Есть, выполнили. Хорошо. Ты кто? Таланты. Отлично, давай. Так вот. Добавить область. А что хочешь? Дом столяра. Так, в выбранных зонах не будут расти новые деревья. Там можно рубить только существующие или... Изготовление из дерева на больше вообще. Давай, ну, давай посмотрим. Давай выберем область вот тут вот. Я не знаю, что она будет. Как она будет работать. Все. Открыто. И давай смотреть. Это, наверное, он будет постоянно там у нас рубать, да? Или я чего-то не понял. Блин, значит, здесь должен быть человек, который занимается сажанием деревьев, правильно? Клад, еда. Птичник, птичник. Во, птичник у нас появился, хорошо. Давай, наверное, птичник мы с вами поставим вот сюда, вот. Чтобы у нас была еда. Согласны? Так, поселение прибывают чужаки. Впустить. Давай будем все впускать. Еда, еда, еда. Птичник. Давай птичник вот сюда.
Нам еда нужна будет с вами. Вот так, да, наверное. Что-то мешает. Все, вроде дорога подведена, либо не. Сейчас посмотрим. Ну все, у вас есть дома, у вас должна быть еда. Да, ее мало, но она должна быть, ее должны собирать. Продуктивность 100%. Сейчас, ребят, сейчас все будет. Главное не переживать. Да, немножечко поголодаете, но я думаю, ничего страшного, справитесь. Так, что по поводу колодец, я могу куда-то его... Что-то мешает? Ага, мешает. Вот. Окей. Надо как-то так сделать, чтобы он захватывал полностью. Блин, а вот это вот плохо. Может перенести колодец сюда, куда-то поближе, как думаете? Так, что мне нужно? 1,9 вот сюда, да. Смотри, когда у меня наберется 20 птичек, то они автоматически их будут забивать. Блин, я думаю, может колодец реально перенести? Давай мы тебя, наверное, перенесем. Куда-то поближе, я даже не знаю. Куда-то вот сюда. Зона влияния идешь, да? Да, вот так вот. Да, отлично, есть. Что там, вода тебе нужна? Тут показывается, либо не показывается? Я просто не знаю по поводу воды. Ну, то есть, нужно им либо напрямую, или они смогут сами потом... Либо они сами будут потом сюда ходить. Так, что по поводу птичника? Ладно, они у нас будут расти. Давай дальше смотреть. Поле еще рано... Ферма. Я не знаю по поводу фермы, используют ли они какие-то продукты. Ну, то есть, нужно ли будет выращивать их потом на поле. Так, есть, отлично. А я какую построил? Скотоводческая, да? Скотоводческая. Ты где? Вот, ага, вот еще... Козья ферма. Хорошо. Давай, наверное, вот сюда мы куда-то тебя поставим. Козью ферму. Да, отлично. Пусть они строят. Вот как раз наступила зима у нас. Шикарно. И денежка у нас потихонечку растет. Хорошо. Так, а можно либо нам что-то либо любовь. Где-то здесь у нас есть... Ага, вот. Украшает поселение и радует жизни. По дороге проще и быстрее дойти до нужного места. Вот смотри. Увеличивает вместимость некоторых зданий. Давай, наверное, ворота поставим. И здесь люди наши смогут быстрее как-то передвигаться. Давай, наверное, одну сюда влепим, да? А одну куда-то вот сюда, в эту сторону, где у нас будут заканчиваться с вами дома. Так, давай украшение сделаем еще вот тут. Так вот сделаем, чтобы было красиво. Все, шикарно. Дальше идет у нас сила. Есть. Давайте, наверное, назначим 2 человека. Везде. О, у нас есть с вами коровки. Так же самое, когда будет больше 10, они, по-моему, их будут забивать. И это не может не радовать. Мне нужна дорога, да, я так понимаю? Да, есть. И здесь где-то должна тоже быть дорога. Так, что это? Ага, пока животные находятся на ферме, вместе с фермерами не продолжают размножаться. Когда на ферме не остается места, недавно родившихся животных забивает. Вы получаете мясо. Ну, это про то, что я и говорил. Это про то, что я с вами и говорил. Так, здесь у нас, по-моему... Ага, да, у нас тут дрова делаются на зиму, да? Хорошо, отлично, ресурсы.
Что нужно? 1 и 1. Нет, не то. Вот сюда. А здесь у нас козы, да? Да, здесь козы. Здесь коровы, здесь куры. Ага, хорошо, шикарно. Вроде бы все идет так, как... Да, они сюда доставляют, видите, 11 мяса. Вроде бы все идет, как говорится, по плану. Отличненько. Что я хотел? Я хотел, наверное... Как мы с вами будем делать? Поступим, наверное, сделаем лачугу, да? Перевернем ее вот таким вот образом. И здесь Не. Да ё-моё. Где тут крутить здание? Ага, вот иди. Наверное, мы вот таким вот образом с вами поставим. И проведем туда вот так вот дорогу. Так, что-то мешает, что-то мешает. Не, мне дорога здесь не нужна. Мне нужно, чтобы ты... Давай посмотрим вот так вот. И проведем. Вроде бы ровненько. Ну, что-то типа... Что-то типа того. Сейчас хочу посмотреть, сколько у нас здесь по месяцу домов. И закрыть это все дорогой. Потом, когда у нас будет дома второго уровня, ну вот они, хижины, вынесем, наверное, их в эту сторону влево. А здесь будет обычные лачуги для работяг. Так, что-то мешает, что-то мешает. Все, вроде бы ничего не мешает. Давай посмотрим еще, наверное, одна лачуга сюда встанет, правильно? Правильно. Давай тогда делаем... Вот так вот, берем дорогу, проводим сюда и проводим ее. Блин, почему он так? Ну, допустим, она ровно, да? И допустим, это все хорошо, отлично. Что по поводу колодца? Нужно ли нам тут ставить колодец? Да, можно здесь поставить колодец, с вами будет. Где-то в этой стороне. Блин. Нельзя разместить здесь, можно разместить. Значит, нужно будет здесь один колодец поставить и здесь один колодец поставить, наверное. Я просто жарю, я не уверен по поводу того, что нужно ли напрямую им водичка, или бы не нужно. Так, что еще у нас тут с вами есть? Склад дерева, склад камней, ага, амбар пшеница, амбар ячмень. Давай, наверное, мы посмотрим еда. Еда, птичник, собиратели, это мы все с вами сделали, изготовление. Ага, мельница. Ого. Какая огромная у нас с вами здесь мельница. Куда мы ее поставим? Давайте, наверное... Вот тут у нас будет, наверное, мельница, да? А вот здесь я хочу провести сейчас. И здесь сделаем поля. Либо поле. Ну, либо здесь у нас будет поля. Сейчас посмотрим. Давай мельницу. Вот так вот. Сруби мне здесь, пожалуйста, деревья. А хотя, погоди. Это что у нас тут... Зоны. Добавить область. Ну давай вот здесь срубай. Я просто не знаю, чем они занимаются. Ага, древесина. Они доски, да, делают? Я так понял. Так, область 1, область 0. Просто сказали, что здесь деревья расти не будут, они... Пока мне еще непонятненько с этим. Так, что я хотел? Я хотел сюда еще один дом. Еще один дом сюда поставить. Не-не-не, хочу, чтобы прямо дорога шла. Алло, игра. Ну, пожалуйста, ну сделай так, чтобы дорога прямо шла. Угу.
по-моему, как-то вот так вот, да? Тут оно должно быть. Давай посмотрим. Ну да, вот тут должна быть дорога, но... Хорошо, ты не хочешь, да? Вот же я говорю, все хорошо. О, тихо. Е, бэйби. Все хорошо, но вот эти вот дороги иногда просто выбешивают. Так, здесь у нас с вами мельница. Давай смотреть по поводу поля. Пока мне зима, понятно, что мы выращивать ничего не будем с вами. Но, я думаю, нужно будет подготовиться, да? Так, сделаем, наверное... Ой, опять криво, опять кривенько. А это все из-за дорог. Еда. Так, мы нашли наполненную серебром могилу. Во время строительных работ лопаты жителей наткнулись на какую-то преграду. Оставить могилу, отменить строительство. Что будет? Забрать серебро из могилы и продолжить строительство. Забрать серебро. Я человек простой. Вижу серебро, забираем. Так, давай, наверное, поле будет у нас вот таким вот. Ладно, допустим. Давай, наверное, еще одно с тобой здесь сделаем. Что-то мешает. А что мне мешает? Давай смотреть. Что нам тут может с вами мешать? Так, а почему ты не хочешь как нормальное поле? Вот так вот. Во. Сделаем, наверное, пока... Давайте 3, наверное, сделаем, да? Либо 2 нам хватит. Я просто не знаю, что мы здесь будем с вами... Так, работники, таланты. Давай, работники, фермер. Что тебе нужно? 1-1 есть у нас. Хорошо, пусть пока здесь будет один человек. Все, я назначил фермера. Что не так? Тебе 2 надо? Хорошо, давай 2 попробуем. Все, всего 2. Так, автоматически засаживать поля. Это мы можем тоже, да, наверное, открыть. Открыть возможность, можно на древе жизни. Хорошо, автоматический сбор. То есть пока мы будем с вами следить за всем этим. Угу. Полевые работы. Нет занятых фермеров. А почему я не могу... Что по поводу еды? Мало еды, да? А тут растут куры. Давай, наверное, мы забьем парочку пока, если я не знаю, штучки 4 забить. Давай коров тоже забьем одну. И коз. Давай вот так 3, чтобы было у нас что нямать. Почему я не могу? Скажите мне, пожалуйста. Нет занятых фермеров. Может, из-за того, что у меня людей нету? Либо из-за того, что зима сейчас, и я не могу ничего сажать? Как думаете? Так, хорошо. Давай раз. И давай 2. Работники. Ну, 2 человека есть. Что не так? Уже в древе надо посмотреть. Так, дальше мы здесь будем добывать шахта. Здесь у нас долговечность сельскохозяйственных культур повышается. Изучить. Давайте, наверное, пройдем сюда. Дальше, что у нас? Зерных складов 10. Отлично. Здесь у нас фермы работают быстрее. Есть. Полезные растения на полях будут расти быстрее. Вот, отлично.
Что не так? Что не так? Я что-то не выбрал, да? А что я не выбрал? Я не могу понять, почему я... Так, посадить. Почему я не могу ничего сажать? Зима, наверное, из-за этого. Так, что по поводу еды у вас мало, да? А что собиратели наши собирают? Зима, вы ничего не собираете. Хорошо. Давай посмотрим по поводу моря, рыбацкая хижина. Давай, наверное, рыбацкую хижину, да, ставить? Ага, сколько штучек мы можем здесь поставить? Давай, наверное, начнем отсюда. Да, а здесь будет у нас верфь, наверное. Там, где мы сможем с вами строить корабли потом. Сейчас они достроят это. И мы потом посмотрим. Чтобы мы дорогу протянули и знали, куда вот так, к примеру, вести вот эту вот дорогу. Все? Весна? Да, весна настала. Отлично. Ага, выбрать. Вот. Есть пшеница. А есть ячмень. Ячмень нам, по-моему, для пива, да, надо будет. Так. Пшеница посадить. Есть. Ячмень посадить. Есть. Нужно еще будет следить за тем, чтобы они собирали это все вручную. Пока мы не откроем в дереве исследование... Чтобы это все было автоматически. Так, что тут у нас? Камни. По поводу камней я так и не понял, много ли у нас их, либо нет. Ага, камней вообще нету, да? Нужно будет добыть тогда. Вот камушек есть, и вот камушек. И вот камни. А потом можно будет в дереве исследования. Вот эта штука. Шахту можно будет потом, каменоломню, шахту изучить. Но для этого нужно сколько? 3, да? У нас нету. Так что пока мы не сможем это все сделать с вами. Что вы, спадки лягли, либо вы делаете? Давай, ребятки. Все, отлично. Давай, дорогу вот сюда. И нужно будет, наверное, потом как-то... Вот так дорогу вывести, да? Как я могу ее вывести? Откуда? Вот так вот сюда, да? Чтобы я понимал, что у меня здесь есть возможность еще что-то построить. Конкретно вот в этом секторе. Возможно, даже дома. У меня же тут лачуги две штуки должны же влезти, правильно? Либо неправильно. Так, я хочу посмотреть, сейчас потом разрушим. Просто хочу посмотреть, лезут ли две штуки. Нет, ли влезут, что-то мешает. Угу. Значит, придется одну делать. Ладно, ничего страшного. Так, не-не-не, куда вы камушки заберите, пожалуйста. Так, назначаем тогда одного человека, мозговитого. Вот у нас 1.4 есть. И когда мы сможем с вами строить верфь, где она здесь, тут море. Вот верфь. Мы сможем с вами строить эти вот такие вот маленькие лодочки. И они будут на лодках потом плавать и добывать нам рыбу. А пока если они вручную этим занимаются. Что вам не хватает, скажите, пожалуйста. Еда есть, рыба будет, хлеб. Угу, хлеб. Ты тут забиваешь? Да, 3 штуки. Все, забили, и по идее сюда должны будет куру принести. Да, вот видите, сработало. 3 куры у нас есть. Хорошо, что у нас по поводу поля? Собирать. Еще рано, да? У нас колодец здесь достает, либо не достает? Или как посмотреть? Нужно ли сюда вам колодец поставить? Вы же будете молчать, вы же не будете мне говорить, правильно, ничего? Угу. А давай, наверное, колодец мы сюда поставим. Вот так вот сделаем красиво.
Все, и отсюда они будут водичку у нас брать. А потом, если что, поле еще вот в эту поселение проводят чужаки. Давайте отпустим. Потом, если что, вот сюда потом еще так и сделаем поле. Вот так сделаем поле, и так сделаем поле. И должно быть все красиво. Да, мы здесь вырубаем. Здесь ты у нас тоже вырубываешь, да? Да, вырубываешь. Ага, у вас нету домов. То есть вам еще нужны дома. Я так понимаю, что больше, наверное, принимать мы людей не будем, пока месть. Давай построим дом. Что у нас тут? Управление. Ресурсы, жители. Нет, не то. Что у нас по поводу заданий? Жители деревни, сообщения, задачи. А, вот у нас задача. Что нужно? Так, возведите 10 построек. Исследуйте шах. Это как его спокойной жизни. Постройте верфь, назначьте. Ага. Закрепите лодку. Верфь. Но пока мы с верфь мы строить не можем. Из-за того, что. Так, не исследовано в древе жизни. Что еще нужно? Возведите 10 построек. Ну, вроде бы есть. Мы вроде даже больше, чем 10 с вами построили. Что их не устраивает, скажите мне, пожалуйста. Так, что-то мешает. Да-да-да, я вижу. Давай, наверное, делаем. Вот так вот. Все. Всем домов, по идее, должно хватить. Сколько у нас здесь? И чего не хватает? Мне негде жить. Ну, извини, пожалуйста. Так, что я хотел? Я хотел немножечко украсить это все дело. Пока мы здесь денежка. Нет, не сюда, вот сюда. Постройка, давай, наверное, факелы, да, с тобой поставим. По одному, вот так вот сюда. Чтобы было светлее по ночам нашим жителям. Нужно будет какое-то украшение потом сюда еще поставить. Так, вроде всех есть свет. Давай, наверное, и коровкам тоже, да? Сюда поставим. Только сначала мы проведем дорогу. Есть, отлично. Где ты? Вот ты где. Так, есть. Здесь вроде тоже есть. Вот тут не помню, ставил либо не ставил. Так, и что по поводу склада? Вот наш склад, если не ошибаюсь. Смотри, мы нажимаем на склад. У нас 200, да, сейчас лимит. Где ты? Так, не надо вмешиваться. Проведем расследование. Три бочки. Если мы сейчас ставим сюда три бочки, у нас было 200. Сейчас у нас... Нет, погоди. 206, вы видите, да? Ящик. Еще ящик. Угу. Так, бочку. Бочку я хочу. Давай сюда еще бочку. И сюда бочку. 240. Во, отлично. Вот таким образом. Как бы вам показать бы. Мы с вами и украшаем, и плюс добавляем склад места. Хорошо. Что еще мы можем с вами сделать? Повышает защиту. Стойка оружейника. Трофеи с флагом козел. Давайте. Так, вы потеряли славу. Простите, у жителей не будет. Будут крайне недовольными. Казнить, да? Казнить все. Я сказал казнить, значит казнить. Давай, наверное, рога куда-то сюда поставим. Вот так вот. Так, все. Шикарно. Угу, счастье, счастье. Так, украшает поселение. Радует жителей. По дороге проще быстрее передвигаться. Не знаю, как эта штука работает, но им нравится. Они быстрее передвигаются. Давайте украшать будем чем-то вот так вот. Красиво? Вроде красиво.
Дороги проще, быстрее передвигаться. Хорошо. Ну, раз проще и быстрее, пусть там и будет. Так, не то. Угу. Делаем, наверное, вот так вот. Ну, чтобы было хоть какое-то разнообразие в наших постройках. Так. И давай, наверное, поставим вот такую самую штуку. Вот здесь вот. Вот так вот. Есть, отлично. И здесь соединим это все. Ага, нужно собирать, не забывать. Блин, погиб. Погиб. Ячмень. Ячмень погиб. Я провтыкал. Я провтыкал, но зато с пшеницей успели. Это хорошо. Ага, я не построил хранилище. Так, давай, наверное, скорость меньше сделаем. Склады для пшеницы и для ячменя. Ага, пшеница и ячмень. Будет у нас, наверное, склад находиться один здесь. То есть ему все равно, да? Дороги ему, по-моему, не нужны. Либо где мы склад поставим. Везде-везде мешает, везде все мешает. Может тут склад поставить? Один вот сюда, один вот сюда. Так, это что у нас было? Потому что я сейчас тут настрою. Пшеница, да. Давай пшеницу вот сюда. И ячмень с вами поставим сюда. Все, здесь мы ставим приоритет. Пожалуйста, займитесь этим. Рубите здесь деревья. О, хорошо. Есть, да? Так, что тут? Будучи преисполненным восторгом, попадаю в морг я, да? Необычными идеями и убеждениями. Пусть определяется свое знание, пусть заплатит по счетам. Некоторые жители проявят недовольство. Станет калекой. Отправить в изгнание. Лучше отправить в изгнание. Не хочу, чтобы он калекой становился. Что по поводу поля? Работники. Давай еще кого-то добавим. Не знаю, даже 6 такая возможно. Да, все, 4 человека. Работайте. Что я хотел? Ага, я хотел здесь соединить, во-первых, это все дорогой. Сделать вот так вот. Может, сюда еще какой-то курятник мы с вами поставим, как думаете? Собираешь 10 из 25, да, есть. Здесь у нас с вами будет потом хлеб, правильно я понимаю, делается? Да. Что я хотел? Что я хотел? Я хотел здесь еще с вами украсить немножко эту постройку. Факел вот сюда, факел вот сюда. Так, все, шикарно. Освещает пространство, да, по ночам. Мне это не надо, что по поводу моста? Ох ты, ёпты. Какой красивый мост. Не, пока мест нету, куда его. Так, забор. Увеличает. Так, увеличить, увеличить. Что это такое? По дороге проще передвигаться. Бам. Отлично, телега. Есть. Все. Прекрасно. Что это такое? Впускать. Впустить. Пусть будут новые ворота. Делаем так же самое, как и там, да? Давай, наверное. Вот так вот сделаем. И вот так вот сделаем. О, отлично. А здесь мы с тобой проведем дорогу, что я понимал. Вот сюда. И у нас здесь с вами влезет еще один домик. А потом мы эту дорогу уберем и что-то другое построим. Так, где наше украшение? Украшение украшением. Так, повышает защиту. Повышает защиту поселения. Щит. Давай щит поставим. Ну, не знаю, видно, не видно этот щит. Доска для мишени. Как у нас, да, любят в садиках вот так шины ставить. Ладно, пусть будет мишень. Хорошо. Мишень у нас будет стоять здесь.
Так, ты у нас будешь стоять вот здесь вот. Блин, ну красиво. Красиво, вот я уверен. Так, и давай такие штуки тут тоже поставим, чтобы нас боялись все. Придут к нам в поселение, вот посмотрят и испугаются. И не будет на нас нападать. Так, что здесь? Нужно посадить. Надеюсь, мы успеем. Так, что по поводу 106? Хлеб у нас. Хлеб у нас, хлеб у нас. А хлеб у нас без понятия, почему не делается. Не хотят, да, наверное, этим заниматься. Так, а у нас есть тут лесопилка, мне интересно, либо нету. Лесопилки у нас здесь с вами нету. Так, что ты? Ты тут у нас зона вырубки. Добавить зону вырубки. Давай, пусть тут у нас будет. Ну, да. Наверное, да. Здесь же растет дерево. Да, вот потихонечку. Потихонечку растет. Пусть тогда будет две зоны вырубки у них. Если честно, я так и не понял, зачем это нужно. Наверное же, все-таки это будет у нас доски изготавливаться. 29 дерева, доски, да. А на складе у нас сколько чего? Если тут доски, нет, досок здесь нету. Так, здесь дерево, здесь у нас 100 камня. 72, хлеб пошел, да, хлеб пошел. Смотри, хорошо. То есть хлеб у нас есть, мясо есть, рыбы нету, рыбы маловато. Почему маловато рыбы? Потому что ты ее не ловишь, да? Правильно я понимаю? Ну да, тебя даже на рабочем месте нету. Ты, наверное, отдыхаешь у нас? А, вот иди. Давай посмотрим, как она этим будет заниматься. Удочку закинула. А ну. Так, как бы. Во, вот так вот. Давайте посмотрим. Как она сейчас нам будет рыбку ловить. Блин, платьечко красивое какое-то. Так, вообще мадама, да? По-любому достойная лайка. Ну что ты, долго будешь еще тут стоять? А давай немножечко ускорим тебя. Или ты просто будешь стоять? Ага. То есть она типа уже поймала, да? Правильно понимаю? Не? Не поймала? Ладно. Ладно, допустим. Допустим, она появилась ли тут рыбка? Нет, рыбка не появилась. Угу, может... Может ее... Давай, наверное, мы ее уволим, согласны? И наймем себе более-менее нормального. Ну, почему не? Во, может мужик сейчас будет ловить рыбку нам. Так, в принципе, все мои жители, я смотрю, довольны. Насколько я понимаю, да? Ну, я тоже, в принципе, доволен. Такая небольшая деревушка у нас образовалась. Я думаю, давайте, наверное, в следующей серии мы с вами продолжим. Не знаю, посмотрим, сколько серий у нас будет. Что у нас здесь? Ля, какое древо исследования, смотри. Тут просто играть не переиграть, да? Единственное, что я... Сомневаюсь по поводу этого, как его... Хватит ли нам тут места, как думаете, для всех наших граждан? Потому что каждое здание занимает пару работников. Но построю я здесь, я еще, к примеру, лачуги. Вот так я выставлю лачуги. Вот тут я выставлю еще лачуги. Но дальше куда уходить? Вот в эту сторону. Потому что карта это все. Ну, больше у нас карты с вами нету. Мне нужно как-то пытаться размещать все наши постройки в этом пределе. И как мне это сделать по-правильному? Ага, здесь я могу, да, еще где-то построиться. Во, смотри. А ну, погоди. Это то, что я думаю, либо не то, что я думаю, где ты...
Нет, это не то, что... Ага, вот что я думаю, да, смотри. Шикарно. То есть мы сможем с вами здесь мост, да, поставить? Что-то мешает, что-то мешает. То есть можем сюда вывести с вами мост. Может, вот сюда, как думаете? А ну, давай посмотрим. И нужно будет потом провести дорогу. Наверное, как-то отсюда, вот сюда, вот так проведем дорогу. До этого момента, да? Так, почему не могу? Могу, да? Вот, да, могу. Потом надо будет дорогу здесь сделать. Так, а ну давай посмотрим. Приоритет назначим. Придут ли сюда? Или лучше вот здесь мост построить, как думаете? Может, меньше будет занимать... Ага, то есть все, ты сделал, да? Ты умничка. А смогу ли я сюда-отсюда провести дорогу? Прям до поселения. Давайте посмотрим. Так, стопы. Что мешает? Что-то мешает, да? Как бы тебя так посмотреть? Вот так вот. Угу, отлично. Тогда нужно будет вывести тебя, наверное, может, вот сюда и вот так вот. Да-да-да. Отлично. Заворачиваем и... Все, да? Нет, не все. Что-то помешало. Ага, отлично, все, мы соединили дорогой. Теперь мы сможем даже потом здесь с вами строиться. Хотя места здесь немного, я смотрю. Ну, для пару жителей хватит, да? Это что у нас? Это камень, камень, камень. Блин, и все. Да, вот, вот подсюда мы можем строиться. Здесь можно будет поселение себе поставить маленькое. Элитное, да, какое-нибудь? Можно будет элитное поселение. Только единственная проблема в том, что по времени долго будет добираться. Так, отлично. Посадить, что ты хочешь? Пустить в поселение. Есть. Ага, требуется серебро. Требуется серебро или пиво. Без дома, да? У тебя дома нету. Хорошо. Давай, наверное, мы тебе лачугу сейчас сюда поставим. Вот тут вот. Хотя давайте уже до конца сейчас его доделаем, чтобы не забыть на следующую серию. Потому что если я знаю, я могу. Да, кстати, как вам игрушка? Как по мне, прикольная. Единственное, что я говорю, что у меня вымораживает вот эти вот дороги кривые. Если бы можно было их ставить так, как я хочу, просто, наверное, 9 из 10 было. Так, сразу же мы тебя украшаем. Факел, дам, да. Плюс настроение у него будет подниматься. Из-за факела. Угу. Давай деревянные делаем вот так вот. Отлично. Ты кто? Ах ты, ёпта. А давай проведем. Давай посмотрим, как оно будет выглядеть. Или это перебор будет? Как думаете? Прикольно, не знаю, мне понравилось. Так, стой, погоди. Давай. Еще, наверное, вот сюда вот так две. И вот сюда вот так. Все, одна. Пусть будет. Пусть будет. Потом, если что, снесем. Если кому-то не понравится, то мы снесем. Так, все, ребят, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока, да потом. И в следующей серии мы уже с вами будем продолжать развиваться. Так, что это... Радует, радует. Ага, камушек какой-то.
Отлично. Что еще тут есть? Да-да-да, я уже попрощался, я знаю, сейчас две секундочки. Вот камушек тоже сюда можно будет влепить. А, ты шо? Прям как Астерикс и Обеликс. Не-не, стой, погоди. Вот это вот мне тут не надо. Так, что еще? Что еще? Ну, пусть пугало будет. И костер, так, дороги. Что нужно? Проблемы. Проблемы. Прогнать чужаков с наших земель. Прогнать чужаков поселения. Угу. Чужаки будут крайне недовольны этим решением. Чужаки могут заболеть, если продолжишь спать снаружи. Пообещать новые дома. Пообещать новые дома. Я их строю. Вот, ребят, вот ваши домики. Чего вы на меня кричите? Вот ваши домики. Давай. Все, еще раз всем спасибо, всем пока-пока, и с этого момента потом в следующей серии продолжим. Все, всем мур-мур.